В этом ролике показано, как начинать работать с кормом и как уйти от постоянного использования корма при дрессировке собаки. Первое упражнение, с которого мы начинаем, это постоянное длительное поедание корма из руки. Собака должна уверенно есть корм из рук человека. Теперь можно видеть чередование поедания корма и выпрашивание этого корма при движении. Чередование прогулки и наведение кормом в совершении простых действий. Выдержка и удержание дистанционного внимания на корме. Обучение движению рядом без отрыва корма от носа собаки. Путем наведения можно обучать собаку выполнению разных упражнений. Вот перед нами обучение ползать за рукой с кормом. Следующий этап обучения движению рядом. Чередование отрыва корма и плотного контакта с кормом. Связываем простое конкретное действие с конкретной командой. Лежать, сидеть, лежать. Сначала произносим команду, а потом стимулируем собаку к выполнению действия наведением корма. Сидеть, лежать, лежать, сидеть, стоять, сидеть. Сейчас собака работает ради корма. Корм в руке дрессировщика, но нет наведения кормом. Мотивационно собака стимулируется кормом, информационно стимулируется командой. Корм побуждает к действию. Команда сообщает, какое действие надо выполнить, чтобы получить корм. Лежать. Теперь корм даем не за каждое действие, которое совершает собака. Увеличиваем количество действий, за которые собака получает корм. Можно сказать, что мы нагружаем собаку работой за ту же самую зарплату. Можно сказать более грамотно. Сейчас мы переходим к вариативному режиму подкрепления. Собака не знает, когда получит корм. Добавляем команду рядом во время вождения собаки кормом в позиции рядом. Рядом. Тренируем хождение рядом, стимулируя собаку командой рядом. Иногда только награждаем кормом. Рядом, 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 рядом. Следующий этап. После первой команды рядом ходим молча, и собака стимулируется пониманием упражнения движения рядом. При правильном обучении обязательно наступает момент, когда мы работаем с собакой, стимулируя ее словами и жестами, и своими действиями. Через сюда. Ходи. Ходи.
Ходи, 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 хорошо, ходи. Лежать. Перевернись, перевернись, череп, перевернись, перевернись. Стоять, крутись. Стоять, крутись. Лежать, хорошо. Обход. Обход, пошла, пошла, пошла. Череп, обход. Пошла. Ко мне. Ко мне. Рядом. 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 Хорошо. Рядом. Хорошо. Обход. Череп, пошла обход. Лежать. Стоять. Сидеть. Стоять. Обход. Пошла, пошла. Давай, давай, веселее. Череп, пошла. Хорошо. Пошла, быстро, быстро, быстро пошла. Хорошо. Сюда, иди ко мне. Ходи. 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 Ну-ка. Лежать. Ползи. Нет. Ползи. 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 Рядом. Череп рядом. Лежать. Рядом. Рядом. Сидеть. Стоять. Сидеть. Лежать. Сидеть. Стоять. Сидеть. Мы все равно даем собаке корм, но только теперь уже в конце комплекса различных упражнений. Все, пошла, гуляй. Несмотря на то, что собака может работать практически без корма, продолжаем использовать корм в сложных ситуациях при наличии отвлекающих факторов. Также необходимо продолжать использовать корм при обучении новым упражнениям и тренировке трудных упражнений. Так, ну-ка ушла. Так, а ну давай. Оп, выше, выше, выше. Вот, молодец. Вот. Вот, надо работать. Работать, еду-то зарабатывать. А не задарма с миски жрать. Вот, молодец. Хорошо, очень хорошо. Да, молодец. Хороший пес. Ну-ка, вот. Вот трудится, трудится собачка. Молодец. Хорошо. Ну все. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте, пожалуйста.